Нахожусь я в городе Федерал Уэй, что значит федеральный путь буквально, но даже трудно сказать происхождение этого названия. Это пригород Сиэтла. Без пробок ехать, наверное, минут 40. А это на юге находится. Ну, довольно сонная такая у меня здесь сонная обстановка вокруг. Практически людей очень мало видно. Только те, кто ходит на прогулку с целью поддерживания себя в форме. А так очень мало. Спальня, как это называется. Ну, здесь мы уже сколько? 2 года уже в этом районе. И пока нас тут ничего не напрягает, все очень нравится. Все довольно спокойно. Рядом главный лесопарк, который выходит к заливу. Вот сейчас она уже до ноября, до апреля. Немножко не могу назвать это питерской погодой, потому что в Питере все-таки какой-то фактор солнца присутствует. Здесь фактор солнца полностью может отсутствовать 11 месяцев. И довольно бывает, что так депрессивно. Уже, видимо, возраст, уже хочется какого-то больше солнца, тепла, в какие-то теплые места подаваться. Что иногда удается, но, нужно сказать, довольно нечасто.